Вот и сбылась Мишкина мечта. Мишаня! Помахай ручкой. Что-то он пытается поймать. А тут и я. Да. Такой красивый. И самое смешное то, что ты хоть как руки расширяй, все равно ты не достаешь краев экрана. А экран-то вот такой. Если только приблизиться. Ну-ка, давай, сдвигай. Красавица? Да. Сейчас и мы пойдем по этой речке. Это брод. Переход на Каменное. Сегодня жарко. А время-то сколько? Сейчас посмотрим. Тринадцать? Полвторого, грубо говоря. Жизнь состоит не из времени, а из моментов. Лови момент. Я даже не знаю, как тебя лучше протащить-то. Сомики, как у меня, похожие есть. Плавают вон. А ты придешь туда сейчас. Тебе надо, наверное, ноги подымать. Наплаваемся. Ну да. Я здесь бросать не буду. Если все в тенике. Что там на тенике у меня вообще. Ты думаешь, над травой нету ко мне? Под травой нет ко мне? Пройдите все. И там. Нифига тут гряда, блин. Такая ко мне. Мы даже не знаем о ней. Когда с берега тут бросаем. Только не снимай. А вот Мишка ругается по-немецки. По-европейски. Ну вот этот поставь. Мираж, мираж.
прямой. Эге-ге, непристойное предложение. Вы что-то как-то там на солнце стоите, жарковато там будет. Один. Камнем там стоит. Где-то запуталась. Не надо валить. Как хочешь.